Караколе 104 многоквартирных домов, из них 75 подключены к центральному отоплению. За подачу тепла в квартиры горожан отвечают две компании. Ранее их работа вызывала недовольство каракольцев, но с прошлого года ситуация начала улучшаться. Например, количество абонентов предприятия «Жилуулук» увеличилось на 120 человек. Для улучшения качества обслуживания мы обновили теплосети, сделали подворовый обход, проверили, как работают системы отопления в каждом доме. На сегодня не поступило ни одной жалобы от наших абонентов. Наоборот, количество абонентов увеличивается, подключаем в порядке очереди. В котельной этого предприятия работают 6 котлов. В прошлом году все они прошли капитальный ремонт. Благодаря модернизации удалось сократить потребление угля. Теперь на твердое топливо уходит меньше затрат. По сравнению с прошлым годом экономия угля составила 1000 тонны. Прошлой зимой за аналогичный период мы истратили почти 10 тысяч тонн. В этом году 8700 тонн. На складе сейчас лежит более 1000 тонн угля. Склад у нас 1084 тонна. Вторая компания, которая поставляет в дома тепло, это муниципальное предприятие теплоснабжения. Помимо многоэтажек, она обслуживает 8 школ города. Непрерывную работу котельной обеспечивают 16 котлов, работающих на угле, и еще один электрический. В начале отопительного сезона мы подключили к отоплению 105 домов. Они получают обогрев в полном объеме. Мы запустили котельные 12 октября из-за ранних холодов. По сегодняшний день при подаче тепла не было сбоев. На сегодняшний день оба предприятия обеспечены запасами угля. Руководство обещает бесперебойную подачу тепла. Также планируется ввести в эксплуатацию дополнительные котлы и подключить к системе отопления еще 30 многоквартирных домов. Мадина Низамова, Джакшылык Чортонов, Бакыт Кыязов, ЛТР, Сыкульская область.